Майнкрафт! Но каждый раз, когда я буду проходить ачивку, я буду превращаться в другого моба! Мы с тобой пройдем эволюцию всех мобов Майнкрафта и узнаем, каково же мобам жить в нашей любимой игре. Совсем маленькой летучей мышкой, никому не было дела до меня. Я просто летал по миру Майнкрафта, и никому не было дела до маленькой безобидной летучей мышки. И многие писали мне в комментариях, где же новая серия выживания летучей мышки в Майнкрафте. А я все это время просто летал и искал. Я просто летал и все это время искал это сраное озеро славы. Я так долго его искал, целую неделю. Твою насрал! И где мне теперь мои вещи найти? Вы серьезно мне хотите сказать, что я только что профукал все вещи, которые у меня только были, потому что у меня убил сраный скелет? Я тебя сейчас отомщу, на тебе, тварь позорная! Это просто трындец какой-то! Ты вообще понимаешь, насколько сложно выживать маленькой летучей мышки в Майнкрафте? Ну ничего, ничего, как только я пройду вот эту ачивку, я сразу же превращусь в какого-то другого моба. И я покажу вам, сраные зомбаки, где раки зимуют. Я прожил хорошую и долгую жизнь, будучи летучей мышкой в Майнкрафте. Но теперь мое время пришло. Пришло время с разгону, с разбегу прыгнуть в эту лаву и пройти, наконец, ачивку. Вау! Прекрасно просто. Меня превратили в козла. Спасибо большое, Майнкрафт. Что тут вообще происходит? Пошли вы все в жопу. Понятно, спасибо. У меня что-то было в инвентаре, и меня убили, из меня это выпало. Где мне теперь это вообще достать? Ага, вот, и посмотри. Это какая-то голова козла, зачарованная на отдачу 3. Нифига себе! И новая ачивка, что превратиться в следующего моба. Столкнуть кого-нибудь в лаву. Подожди, так я как бы тут прям возле лавы заспавнился. Что вообще со мной не так? Ты посмотри на мою голову. Это очень страшно выглядит. И вообще, в предыдущей серии меня превратили в овцу, теперь в козла. Что будет следующее? Это какой-то намек? Ладно, нам всего лишь-то нужно с помощью наших рогов скинуть кого-нибудь в лаву. Извини, конечно, овечка, но мне придется это сделать. Давай-ка вот мы туда пойдем. Нифига ты летаешь! А ну-ка давай, прям сразу же в лаву. Лети давай! А меня уже превратили в крипера? Чего? И новая ачивка. Взорвать Стива. Подожди, в смысле, мне нужно ТНТ типа скрафтить и взорвать. Подожди, у меня какая-то способность есть. И смотри, тут еще один крипер гуляет. Погоди, крипер, а ты типа мой друг, да? Мы с тобой типа best friend forever. Что мы будем делать сегодня, крипер? Что и всегда, крипер номер два. Взрывать весь мир. А, ну ладно. Офигеть, я могу взрываться. Это просто опупенно. Подожди. А где я возьму Стива в Майнкрафте? То есть, как я понимаю, где-то здесь должен жить Стив, которого мне нужно взорвать? Так, ладно, подожди, мне нужно хотя бы вначале добыть немножечко дерева. Я понимаю, что это, конечно, странно, что крипер добывает дерево в Майнкрафте, но меня убили, и я просрал все свои вещи, поэтому хотя бы что-то я точно должен добыть. Верстачок, все, крипер вооружился, теперь можно искать Стива. Блин, почему я мигаю? Что это, что происходит? Мне страшно, сейчас эпилепсия начнется. Погоди, а я прям бесконечно могу взрываться? По идее, когда крипер взрывается, он вообще-то убирает. Но я какой-то бессмертный крипер. А ну иди сюда, овечка, иди. Блин, это офигенно, я могу вообще все вокруг взрывать. Вижу еще одну овечку прямо по курсу. Бум! Бум! Погоди-ка, это что там впереди? По-моему, это как раз-таки Стив. Так, и что, мне нужно просто его взорвать? Ладно, сейчас пойду с ним поговорю. Так, ты посмотришь, это дом строит, этот Стив строит дом. Эй, Стив! Стив, спускайся, нужно тебя взрывать. Каково, что ты что ты вообще достал? Что ты, убери вот это! Ля, ты посмотри, что творит вообще! Так, мне это уже не нравится. Я понял. Он вооружен и очень опасен. Видимо, я должен незаметно к нему подкрасться. Ля-ля-ля-ля-ля, ты посмотри, что ты там делаешь, что ты опять строишь. Нужно просто подойти и аккуратненько забрать свои вещички. Тихо-тихо-тихо-тихо, не надо, не надо! Я добрый крипер, я крипер не взрывающийся. Все, смотри, я взрываюсь сам. Все, отстань, занимайся там своими делами. Капец, ненормально, никто не любит криперов. Что со мной происходит? Это какой-то танец криперов. Я сейчас взорвусь, нафиг. Как мне этого Стива убить, если как только я подхожу, он начинает меня взрывать? Может, я должен как-то это сделать незаметно? Так, ты посмотри, он что-то, он хочет, он делает себе ферму. Он, видимо, он взял мотыгу и пытается сделать себе ферму. Сейчас, пока он там эту ферму как раз-таки делает, мы так аккуратненько к нему подходим и...
Ой, я превратился в попугая, серьезно? И новая ачивка — получить пластинку. Подожди, а почему вообще попугай должен получить пластинку? Потому что попугай танцует под... Да это капец, это мне нужно ловушку строить. И у меня 3 хп, как я вообще это все сделаю? Я вообще не понимаю. Так, ладно, давай. О, нифига себе, тут у этого Стива были алмазы. Алмазы — это мне пригодится. Что там еще у тебя интересного в доме было? Ага, понятно, ничего. Блин, я совсем забыл, что я еще могу летать. Блин, а почему так... Капец, что с попугаем не так? Я могу летать, но у меня всего лишь 3 сердечка. Как я вообще с 3 сердечками что-то сделаю? Так, ладно, хорошо, давай попробуем. Для начала нам нужно просто выкопать ямки. В эту ямку мы посадим крипера. А куда-нибудь вот сюда, куда-нибудь вот сюда мы посадим скелета. Крипер будет пытаться стрелять по мне, но будет попадать в скелета. В принципе, план понятен. Осталось только дождаться ночи и не получить стрелу в наш бедненький глаз. Потому что иначе, как бы, я сразу же умру. У меня 3 здоровья, и скелет, мне кажется, убьет меня с одного выстрела. Наверное, стоит сделать хотя бы здесь кровать в этом доме, чтобы, если я все-таки умру, то я сразу же воскрешусь, и, в принципе, будет все нормально. Осталось выкопать последнюю ямку, в которую я прыгну сам. А у нас уже начинает тем временем темнеть. Ладно, пока мы там все равно ждем ночь, я еще кое-что сделаю. Мы же не просто так будем с тобой пластинку выбивать. Нам нужно ее обязательно послушать. Поэтому я еще сделаю себе проигрыватель. Все, я самый настоящий попугай. Буду с музыкой, с проигрывателем. Все зашибенно. Так, а тем временем у нас уже наступила ночь. А вот и наши первые жертвы. Блин, ты посмотри, он уже по мне стреляет. Как мне вообще скелета загнать в эту ловушку? Если я подлечу, он меня просто кокнет сразу же. Мистер Скелет, пожалуйста, отправляйтесь в дырочку. Я не в ту дырку его закинул. Ладно, хорошо, неважно. Давай тогда, Крипер, теперь иди ко мне. Аккуратненько, давай, идем, идем, идем. Крипер, вам вот в эту трубу, вам вот в эту дырдочку, пожалуйста, залети, все, зашибись. У нас есть и крипер, и скелет, а теперь нам осталось выкопать еще последнюю дырочку, которую мы с тобой и залезем. Так, нужно все, нужно быстрее ее выкапывать, еще чуть-чуть пониже, а теперь просто осталось сделать так, чтобы скелет пальнул по криперу, и все, отлично, сейчас у нас будет пластинка. Давай, 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 скелетик, убивай крипера, убивай, я хочу уже превратиться в следующего моба. Не, ну ты посмотри, какой он косой. Это просто трындец. Давай, чуть-чуть пониже берем. Берем чуть-чуть пониже. Ой, yes! Все, спокойно, спокойно, скелетик. Мы вот так вот вас сейчас закрываем, да? И все, спасибо. Пластинка готова. Кого-то меня превратили. Чего? Я разбойник! Блин, это просто офигенно! Вот в кого, но в разбойника я не ожидал, что я превращусь. Ну ладно, хорошо, я буду разбойником. И вы покойники, покойники, покойники. Пиф-паф! На тебе, нифига себе, еще и звуки такие прикольные. И у нас есть новая ачивка. Убить 10 жителей с помощью арбалета? Погоди, а у меня нет арбалета. Где мне этот арбалет вообще достать? Не, я, конечно, могу его скрафтить. Кстати говоря, мы с тобой выбили песенку, но так ее не послушали. Сейчас мы это исправим. Заряжаем нашу песенку и... Ладно, хорошая песня, спасибо, да, очень-очень прикольная песня. Слушай, так нам не просто нужно сделать арбалет, нам же еще нужно найти и деревню, в которой нужно найти жителей, еще и этих жителей убить. Это просто трындец какой-то. Но для начала, как минимум, мне нужно сделать арбалет. А арбалет, если ты не знал, крафтится из железа. Я на самом деле уже находил железо в этой рубрике, но все это железо где-то непонятно где осталось, я сразу же его нашел, серьезно! Это железо нам осталось. Осталось только лишь переплавить. Блин. Чтобы сделать арбалет, нужен же крюк. А для крюка еще нужны нитки. А пауков что-то я здесь это особо-то и не вижу. Неужели придется ждать, пока снова наступит ночь? Слушай, пока я тут хожу, ищу пауков, крафчу себе арбалет и ищу деревню жителей, давай-ка ты прямо сейчас поставишь лайк. А как только под этим видео наберется, ну скажем, 30 тысяч лайков, я сразу же выпущу следующую серию, где мы устроим набег на деревню. Настоящий рейд. Я найду своих братанов-разбойников, мы же уже выяснили, что они меня бить не будут. И мы вместе с разбойниками нападем на деревню. Так что не забудь про лайк и тыкни на колокольчик, чтобы не пропустить такую офигенную серию. Ну а я пока пошел в путешествие в поисках деревни, пауков и башни разбойников, чтобы позвать своих друганов на помощь. Пока!